наконец-то я выбрался покататься, немножко обкатать свой буксировщик фирмы Помар. Вот, в принципе, неплохо идет, учитывая то, что снег сегодня мокрый, тяжелый. Вчера снега навалило нормально так, сантиметров 30 местами. Ну и сделаю небольшой обзорчик, значит, это плюсы и минусы. Покажу вам, где эти плюсы и минусы находятся. Ну, немного поговорим о минусах. Начну с ручки газа. Ручка газа, она велосипедная. Здесь вот небольшой люфт. Я уже настраивал под себя. Здесь он был больше. Вот, я его чуть-чуть тросик натянул, снимал полностью, смазывал его маслом, чтобы он не замерзал. И вот эта вот штука непонятно, то ли алюминиевая, то ли пластмассовая, блин, на ощупь не могу понять. Вот, и когда я вот ее снимал, потом закручивал, здесь вот резьба, она не сразу попадает в свое место, пришлось немножко повозиться. Вот, такой вот небольшой минус. Дальше. Есть еще один такой минус. Здесь вот на гусянке. Края гусянки лохматятся немножко. Вот. И она обрезана неровно. Она как будто, блин, ножом обрезали или там ножницами, то есть от руки. Вот. Такие штуки надо будет обжигать зажигалкой, чтобы дальше лохмотья эти не полезли. Я поставил вот такие вот барашки. То есть те родные выкрутил. Вот такие поставил, чтобы ключом не мучиться. Вот, завертел от руки, зажал, и все, и нормально. Значит, еще один минус. Вот эта вот пружинка. Сейчас покажу. Вот эта вот пружинка, это она идет на газ. Она не такая тугая. Вот ее надо будет поменять, потуже поставить, потому что вот эта вот газулька сама, вот так она ходит, вот она может не вернуться обратно, и получится самоход. Вот, вот этот болт, вернее, вот эта гайка, она сильно не затянута у меня. Если ее сильно затянуть, нажать на газ, она просто вот так вот натянется и обратно не вернется. Вот. И надо смотреть вот за этой гайкой, может от вибрации открутиться. Вот, вот такой вот минус. Значит, когда мне пришла мотособака, вот, я обратил внимание, что ремень сильно провисает и задевает вот эту вот станину, вот эту платформу. И она бы при вращении протирала бы саму станину, и сам ремень бы протирался. Вот. Я в интернете посмотрел, как это делается. Значит, вот от этой оси до этой оси 27 сантиметров делаешь, и все, и нормально. Вот, и тереться не будет. Дальше, когда он у меня пришел, вот щуп, вот это щуп, масло посмотреть, чтобы... Вот, я когда выкрутил вот эту пробку, масло просто начало литься на станину, вот, и пришлось тряпками подкладывать и откачивать шприцом, и делать нормальный уровень. Я не знаю, для чего это сделали, может случайно, может... Это специально так, не знаю. Ну, я выставил уровень нормальный. Вот сейчас здесь залито трансмиссионное масло 10W40. Это обкаточное масло. Вот, его надо обкатать где-то примерно 3 бака. Максимум 3 бака. И потом заменить масло. Я, наверное, заменю на 5W40 залил. Вот, так что смотрите, сразу проверяйте, если будете брать масло здесь, в картере. Заказывал я еще, кстати, вот такой вот чехол на двигатель защитный. Вот, ну, мне кажется, качество не очень. На морозе он будет лопаться и рваться. Как бы прошито тоже так себе. Нитки торчат. Вот такой хлюпенький. Ну, для теплой погоды пойдет. Будем испытывать, посмотрим, как себе этот чехол тоже поведет. Вот такой небольшой тоже минус. Ну, я бы хотел предложить разработчикам, чтобы они как-то его потолще сделали, что ли, чтобы он был понадежнее.
Значит, заводится он неплохо. С полтычка заводится. Здесь вот есть такой вот подсос. Можно подсосать. Плюс в том, то, что вот этот двигатель, он практически равномерно установлен по центру тяжести, посередине. Вот, это позволяет ему устойчиво ехать в сугробах. Ну, вот до этого у меня был случай, я, конечно, из колеи вылетел. Немножко он накренился на бок, но это уже была моя ошибка, так как у меня еще навыков таких особо и нету. Так, давайте начнем с подвески. Подвеска, значит, она двухкатковая. Здесь немножко снегом забилось. Это бурановская подвеска. Катки бурановские, гусянка тоже бурановская. Вот. Здесь, значит, идут хорошие усиленные пружины. Ну, здесь их 4 штуки. Не знаю, сейчас вот снег отчищу. Это плюсом 4 усиленных пружины. Сзади тоже так же. Там немножко снегом забилось. Ну, не буду очищать. Вот. Некоторые ставят наперед. Я вот одного смотрел ролик. У него здесь 3 пружины стоят, а здесь 4. В основном надо вот где двигатель, туда побольше пружин ставить, чем назад. Ну, это чисто мое мнение. Так, значит, что дальше? Здесь есть вот очень удобная ручка. Такая ручка позволяет вытащить буксировщик, допустим, если он застрянет. Вдвоем без проблем. Одному, конечно, тяжко. Был у меня такой случай. Пришлось его руками. Оба! Это плюс. Она очень-очень жесткая. То есть надежная, думаю, не сломается. Вот. Дальше. Плюсом я считаю, что вот этот вот прицепной очень хорошая, она жесткая. Его изменили, это чисто бурановский. На некоторых были такие потоньше. Вот. И я поставил, значит, шланг, нагрел его туда, внутрь загнул, чтобы не царапалось там ничего. Поменял вот это вот тоже прицепное, вот это ушко побольше поставил. Вот. Ну, это шло с санями-волокушами. Я докупил, стоит 700 рублей. Хорошо, сделали здесь вот брызговик хороший. То есть сильно снег не летит. Вот. Сильно не заснежен. Ну, единственное, вот только заднюю часть снегом забивает и все. Но это не проблема, это легко очищается. Фильтр, значит, здесь стоит не бумажный, как на некоторых ставят бумажные фильтра. А стоит из губки, такой небольшой губки. Вот, он более лучше защищает его от пыли, от грязи. Ну, если вы летом будете ездить на такой технике. Значит, у него 15 лошадей. Запаса, в принципе, очень хватает. Запаса много. Двоих-троих точно будет тянуть. Еще вот светодиодная фара стоит здесь, я вот капот снял, она 18-ваттная и стоит 6 диодов. Я уже проверял, вечером она неплохо, в принципе, светит, но надо будет дополнять, еще добавлять такую фару. Еще одну такую же поставить, и вполне будет хватать света. Свет, кстати, нормальный, смотрите, как светит. Ну, есть маленький минус, мы его не будем учитывать, что это минус, когда вот снег сюда прилетает, набивается, ну и замерзает, корочка льда покрывается из-за того, что лампочки нагреваются, корпус греется, вот. Но это не проблема, это легко очищается. Здесь еще идет вот на капоте защита цепи, ну это тоже я буду считать плюсом, вот она лишним не будет. Еще хорошим плюсом я считаю, что вот этот... вот этот болт, он, ну, натягивает саму гусянку, это натяжной болт. Вот здесь законтригайн он. Вот, разработчики
хорошо вот эту штуку придумали. Цепь, значит, здесь ижовская, от ижа. Вот. Ну, стандартно. Раньше на мотоциклы ставили такие же. И до сих пор они есть. До сих пор их делают. Бак здесь идет примерно, я точно не знаю, не помню, но примерно он 6 литров. Где-то, может, 6,5, около 6 литров. Расход примерно в час, максимум 3 литра. Есть еще такая дополнительная опция, это ЧК безопасности. Вот, ее на руку надеваешь, если вылетаешь, допустим, где-нибудь с волокуши, то есть она выдергивается отсюда. Вот кнопка, она размыкает цепь, и двигатель глушится. Вот так вот одевается резинка. В принципе, надежно. Значит, санки я брал отдельно. Санки подшитые. Значит, здесь идут такие вот накладки, за счет чего позволяет легко поворачивать, то есть в занос волокуши не идут. Вот это хорошие такие накладки, толстые. У санок идет под низом усиленный каркас. Вот такая трубка стоит по кругу, по всему периметру. И вот стоят вот такие вот ушки для резинки, допустим, или веревки, там что-то натягивать, чтобы ничего не улетело с волокуш. Вот их сколько там, их раз, два, три штуки. Когда обкатывал первый раз, выезжал в гараже, вот надо будет смотреть за болтами сцепления, ну вот этого крепежа, то есть самих волокуш. Вот у меня открутился болт один, гайки потерялись. Ну, это я, конечно, был виноват. Я не усмотрел этот момент. Вот. Ну, я здесь поставил резинки между. Сейчас покажу. Здесь вот резинка стоит. Сюда поставил, чтобы сильно не болталась. Вот. А то она шаталась и были удары. Вот, за счет, может, этого и раскрутилось. Но, скорее всего, не было дотянуто. Вот. Ну и с этой стороны тоже здесь. Ну, я разные поставил, абы как. Но зато, я думаю, будет надежно. Вот. Здесь, короче, пока что поставил такой вот. Ну, это от прицепного. Больше не было у меня гаек. Я поставил такую вот прицепную. Закрутил. Поставил между ними резинки тоже, чтобы не болталось. Вот. Ну, как бы вот за этим надо смотреть. В целом техника хорошая, тяговистая. Вот. Ну, особо нареканий нету. Но это я вам показал минусы, которые я, допустим, заметил. Вот. Но это все мелочи. Все, у кого есть буксировщики, все, каждый под себя дорабатывает. Ну, вот я только ящик сделал, сейчас покажу. Значит, просверлил здесь по два болта с одной стороны и с той стороны. Значит, вот такой ящик. Сразу взял инструменты, сумочку в гараже нашел и положил сразу все необходимые ключи. Вот бензин сюда тоже положил и сделал термо, типа термоящика. С той стороны, значит, о, один не докрутил, правда, надо будет закрутить. Вот такую вот контрагайку сделал, основную гайку и гайку-чебурашку. Ну и с этой стороны тоже так же. Вот, надо будет докрутить еще вот эти чебурашки. В гараже, видать, оставил. Ну, удобно, для себя же сделал. Вон петли поставил, прикрутил. Вот так вот открываешь, как столик, можно сидеть как за столом. Вот, покрыл лаком, потом еще слой сделал лака, и будет хорошо, не будет гнить. Ну, а теперь перейдем к ценам, сколько я потратил на все. Вот, но это еще не все, буду вкладываться. Вот составил список, я вам так примерно зачитаю. Значит, сам буксировщик у меня вместе с заставкой вышел 73 тысячи. Вот, дальше это с чехлом и с чекой
аварийной остановки. Вот. Дальше, изоляцию в ящик я купил за 800 рублей. Ну, плюс там уголки 14 штук, чтобы скрепить ящик. Две петли, и это у меня все вышло 200 рублей. Дальше, волокуши у меня с накладками вышли 7700. Ну, еще плюс я заказал модуль толкач, вот скоро на днях он придет, потом я его установлю и покажу, как он вообще работает. То есть он вообще ставится сюда спереди, он получается тебя будет толкать. Вот. Ну и еще можно пассажира в эти волокуши посадить, то есть вдвоем-троем можно без проблем. Волокуши, значит, они с сидушкой, с рулем, с фарой, с тросиком газа, то есть там весь полный фарш идет. Вот. И вышло у меня это все, короче, 100 тысяч, ровно в 100 тысяч. Ну и всем, кто досмотрел ролик это до конца, всем спасибо. Оставайтесь на канале, кто не подписался, подписывайтесь. Ну, в общем, всем пока, всем до следующей рыбалки.